перерождение, может быть, для каждого человека что-то свое особенное, кардинальное изменение взгляда на жизнь. Это нахождение себя прежде всего. Вот эта любовь, которой так не хватает в мире, ты ее находишь внутри себя и даришь. Будьте всегда собой. Почувствуйте свой собственный мир, свое предназначение в жизни. И это вам поможет идти дальше с легкостью.